компьютер. Привет, Олен, привет. Слушай, меня так Одно дело. порадовало твое выступление там. Где ты там был? В ТикТоке, что ли? Там, где ты на барабане играл, вот так мне это понравилось. Показывал, как Да. пар выпустить ее. Ты знаешь что, вот там ты говорил про выпускание пара в комнате психологической разгрузки. Во-первых, ты забыл сказать, что это наша методика по ключу. Это важно. Потому что люди, когда не в курсе, они воспринимают все без обертки. Они думают, ну, это известная вещь. Ты, во-первых, не сказал, что это новое. Во-вторых, ты не сказал вот чего. Ты не сказал вот это вот, когда играл на барабане, показал, как выпускать пар в детской комнате, комнате психологической разгрузки. Ты не сказал, что это можно моделировать, а ты показал реальное звучание барабана этого и звуков этих, и человек остается в ощущении, что а у меня ж такого инструмента нету. А вот я тебе что хочу сказать, для чего мы сейчас с тобой ролик записываем. Комната психологической разгрузки, о которой сейчас будет моя новая книжка, издана в Амрите Русь, я уже ее редактирую. Как использовать энергию стресса. И там будут дополнительные заголовки, там будет долголетие, творчество и озарение по заказу. Так вот, я тебе хочу сказать, что это сокровищница наша. Ты сейчас ее выдал кусочек, но не до конца сказал. Я сейчас хочу дозавершить твои слова, что вот этот барабан и не нужен, потому что в комнате психологической разгрузки его надо моделировать. Это та комната психологической разгрузки, которая у тебя всегда с собой, которую ты можешь как вот надуть мыльный пузырь, вытащить из кармана целый стадион, в любом удобном для себя месте сделать комнату психологической разгрузки. Об этом мы еще с тобой скажем на вебинаре, который скоро будет. Как это делается? Ну, сейчас для понимания для всех я сразу скажу, что такое моделирование. Вот когда по-японски для сохранения здоровья выпускают пар, колотят куклу начальника, манекен колотят, чтобы потом прийти к начальнику и опять улыбаться, и быть в гармонии, и хорошо работать, выпустив пар. Там еще не полностью моделирование. А вот бой с тенью, например, у боксера, когда тренер дает своему подопечному бой с тенью, как домашнее упражнение, бой с тенью, там вообще нет противника и нет манекена, как у японца, который куклу начальника. Там нет куклы, там вообще ничего нет. Он бой с тенью, это бой с воздухом, он воображает, он разыгрывает деятельность. Это и есть моделирование. Вот теперь всем будет понятно, что такое комната психологической разгрузки, которая всегда с собой, которую можно, как этот мыльный пузырь, сразу надуть в любом месте, в любое время, когда тебе хочется, и там целый стадион, и ты можешь выпускать пар, моделировать и игру на барабане, без барабана. И хоккейные там всякие дела, и волейбольные дела без мяча. Ну, короче, я больше секретов раскрывать не буду, но это моделирование позволяет выпустить пар, как ты правильно сказал, освободиться от эмоций, которые мешают человеку нормально себя чувствовать. Ну, ты так же сказал, или как ты там правильно сказал, освободиться. Да, Хасан Магомедович, я сказал так, что эмоции нереализованные у нас накапливаются. Эти нереализованные эмоции мы их сдерживаем. Это может быть годами, днями, месяцами. Мы их сдерживаем, надо выплескивать. Надо выплескивать. А вот эта комната психологической разгрузки, ваша личная, я обращаюсь к слушателям, Слушай, она у каждого своя, я, да. любой текущий момент, где он находится, этот человек. А мы То на есть для того вебинаре это это расскажем. упрощенно. Да, Хасан понятно, мы на Магомедович, я хочу... вебинаре это расскажем. На вебинаре покажем, расскажем и всех научим, чтобы они могли в любой момент пускать пар. Сказать дайте, Хасан Магомедович. Чего?
Ну, дайте сказать, дай мысль договорить. Говори, давай, говори, давай. Уже я забыл, потому что вы своим авторитетом давите, и я никак не могу ничего Ты договорить. смоделируй, как ты начальника, то есть папу своего ты там. Хорошо, хорошо. Значит, о чем речь? О том, что... Такой ливень пошел, слушай. Я всем говорю, слушайте, измеряйте четыре фактора погоды. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, Вот температура. сейчас не надо измерять, сейчас надо Надо, просто потому настроить что они забывают. контролируемого 10% людей потом говорят, а почему у меня болит голова, а почему я спать не могу, потому что он не знает о том, что 5 дней была геомагнитная обстановка, очень тяжелая. И дождь, ветер, четвертый фактор. Давай дальше. А вот сейчас нужно на фоне измерения, хорошо, на фоне ваших измерений, что вы предлагаете, а точно массаж сделать, полегче станет. Именно вот этот момент перехода к дождю, от дождя к ветру, от солнцу к резкому тем более. Так вот, я хотел сказать, что я хотел сказать, что, во-первых, конечно, я за минуту не успел, это же минутное видео было, сказать, что это наша. Я хочу сказать сейчас, вы очень правильно заметили, это надо расшифровывать, потому что всем кажется, что так как большинство людей друг у друга перенимают и рассказывают, и сейчас это позволяют вот эти технологии, да, вот интернетовские, там услышал, тут сказал, и все думают, что ты придумал, или наоборот, уже все не думают, что ты придумал. То есть, да, конечно, это ключевые ваши направления. Вот эта комната психологической разгрузки у человека, которая она с ним всегда, где бы он ни был, на необитаемом острове или в застрявшем лифте, или в самолете, или перед тем, как директору, к начальнику зайти к своему, да, чтобы он там напряжение сбросил, первое. Второе, вот эти нереализованные эмоции, они у нас накапливаются, и они сбивают, как внутреннее напряжение, природные настройки, опять же, дискомфорт включается. Надо их сбрасывать именно в этой комнате своей личной, персональной, Где нету никакого комнате меча, психологической нету для разгрузки. фехтования шпаги, нету штанги для подъема, а есть все моделирование. Да, да, Я тебе хочу да, сказать, да, да, я тебе да. присылаю в подарок Наташину книгу Кузьминой «Метод Лешка Саалиева», она писала 5 лет. Теперь она сейчас находится у Острецова, там с ним. Друзья мои, все, кто нас слышит, напишите, пожалуйста, комменты, чтобы Хасай Магомедович мне давал 1-2 минуты для диалога, для монолога или для чего-то. Я вас Я тебе прошу. целый Он вебинар, я услышит, тебе целый он вебинар. прочитает ваши комменты и отреагирует, наверное, все-таки положительно. Я хочу Потому что дальше я сразу сказать. в одном ролике несколько объявлений делаю. Вот у меня книга тоже вышла в Амритерус, видишь? Я тебе ее Да, тоже пришлю. вижу. И Наташину пришлю, и свое пришлю. Быстрое восстановление. А сейчас Амритерус ждет выпуск для выпуска. А, кстати говоря, это в Валдберрисе и в Озоне есть Наташина книга. Чтобы Амритарус ждет, когда я сейчас отредактирую и выпущу книгу, которая называется «Как использовать энергию стресса». Поэтому я дружу со Стрецовым, потому что он занимается, как физик-ядерщик, энергией стресса. Я занимаюсь, а он занимается как физик-ядерщик энергии. Поэтому мы с ним скоро делаем встречу. Все увидят, какие новые вещи мы скажем. А Стрешов — это колосс, это, конечно, гигант мысли. Он опередил всех, как Тесла. Тесла в свое время хотел, чтобы у всех было дешевое электричество. А Стрешов то же самое хочет. Да, ну его поэтому пока. Ну ладно, давай. Я замолкаю, давай говори. Спасибо. Вам чего уже? Спасибо. Значит, именно, конечно, это же был минутный ролик, я не раскрыл все нюансы. Но я сделал наглядность, потому что мне просто попался барабан. Ну, установка. Да, ну хорошо Следующий. было, но надо было Следующий. сказать. Вот поэтому люди, когда не успевают вовремя сказать то или иное слово, не успевают подумать и понять, как ответить на неожиданный вопрос, столько шансов теряют. Поэтому надо, как ты и говоришь, правильно выпустить лишнюю энергию, выпустить стресс в комнате психологической разгрузки, которую сам себе смоделировал. Об этом мы с тобой на вебинаре. Я тебе там дам столько времени, сколько хочешь. Сомневаюсь,
Согласен. Ну, видишь. Слушай, я тебе заодно хочу показать. Вот ромашка для Романа Газенко. Вот ромашка для Острецова. А вот новая ромашка, вот новая ромашка. Еще непонятно для кого. Новая, еще не законченная. Еще не законченная. Как тебе она? Ну, замечательная ромашка. Я хотел продолжить, касаемо, конечно. А ты... Это замечательные ромашки, и тема серьезная про ромашки, потому что ромашка – это жизнь, это свет, это легкость, Солнце, это энергия. свобода. Это Да. свобода, да. И это И, естественно, когда гарантия. вы их пишете, вы вкладываете туда ту часть энергии, когда человек на нее смотрит, у него должно это все включаться. Все эти хорошие, легкие, праздничные, свободные качества. А вот на вебинаре нашем я хотел добавить, что я бы там еще вот такое направление бы спланировал. Я еще с вами посоветуюсь перед ним, как на тему ресурса. Сейчас это крайне важно всем. То есть, как его накопить и как его максимально правильно использовать, и как это сделать? Это же все На психофизиология. тему чего я не расслышал? Я старый уже пень такой. Да нет, вы просто все Нет, время говорите и говорите, поэтому ничего не но я слышно. не расслышал, просто там дождь идет. На тему ресурса, как его А, накопить ресурс, быстро правильно. и как его использовать, плюс техники энергосбережения. Вот. Правильно. Поэтому у нас будет очень шикарный, объемный, глубокий, мощный вебинар предстоящий, Хасай Магомедович. Вот. Поэтому я и был профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института Конечно, именно развития и поэтому. образования и ведущим научным сотрудником Института машиноведения Академии наук, да, и много где ведущим научным сотрудником. Это для новичков, чтобы они понимали, с кем они разговаривают. Ален, когда ты наконец свои картины покажешь? Я уже свои показал сейчас. Ну, покажу Давай обязательно. на На вебинаре вебинаре и покажем. покажу. На Кто вебинаре. хочет увидеть мои картины, приходите на вебинар, друзья. Да, правильно, правильно. Объявление мы сделаем. Давай, я сейчас посмотрю, где здесь выключается, потому что я не всегда понимаю. Всем физключ, привет. Физключ, Улыбнитесь, привет, правильно. улыбнитесь, расслабьте плечи, сделайте Пауза, вдох. пауза. Выключаем. До встречи, друзья.